Каркасные дома лепим. Очень короткий ролик. Постараюсь сделать. Вот кран. Ничего здесь, в общем-то, никакой смысловой нагрузки здесь нет. Потом, может быть, еще щелкну. По мере стройки, сколько я здесь буду. Балдоны. Ну вот, за 2 часа. Сейчас обед. То было в 10 часов я снимал. Сейчас уже несколько фрагментов установили. Обед. Ну вот. Еще какой час прошел после обеда. С этой стороны сниму. Идет дело. Вот такие хаты строим. Сверху бы еще снять. Может залезть куда? На крышу трактора какого-нибудь или по этой стреле. Какой-то оператор приехал, снимает. Даже дрон с собой привез. Квадрокоптер, точнее. Вот будет кино. Не то, что я тут. Ну вот второй день стройки изнутри. Утро рано. Вчера я не хотел снимать вечером. Во-первых, темно было. Во-вторых, тут народу было до хрена. Вот это за один день вчера. И то не за полный сделали. Сегодня вроде бы будем ставить эти треугольники на мансардный этаж. Посмотрим. Ну вот я залез повыше. Это за вот это вот сделано за 2 дня рабочих. Сейчас конец 2-го рабочего дня. Там вот перегородки. Там немножко еще осталось пару перегородок. А так почти все перегородки установили на первом этаже. Значит, первый день стены общие по периметру. И второй день почти все перегородки. Это еще учитывать надо, что разгрузка всего этого материала, перевозка и так далее. Ну, вот такие вот дела. Сейчас собираемся.